Анапа фестивальная, Анапа – город детства, город молодежный, город высоких спортивных достижений, город любви. В Анапе мечты становятся реальностью. Самый солнечный город России встретил курортный сезон блестяще, миллиардом ярких огней и богатой историей. Историю курортной Анапы показали в каждом номере творческих коллективов. Даже анапчане, знающие масштабы концертной программы, день открытия сезона каждый год проходит с размахом, в этом году нашли чему удивиться и восхититься. С главной площадки всех собравшихся зрителей, а их были тысячи, приветствовал глава города Сергей Сергеев и почетные гости. Конечно же, мы готовились к этому дню, готовились все, делали все, чтобы сегодняшний день был ярким входом в высокий сезон. Хочу выразить искреннюю благодарность губернатору Краснодарского края Александру Николаевичу Ткачеву, искреннюю благодарность людям, которые вкладывают душу в наш город. И хочу сказать, что анапчане никогда, подчеркиваю, никогда не подведут Кубань, Россию. Мы были и остаемся гостеприимными людьми. Я поздравляю вас с этим праздником. Хочу пожелать анапчанам удачного курортного сезона, а нашим гостям пожелать хорошего, замечательного отдыха. Курортный сезон 2014 года объявляю открытым. Позвольте мне от депутатов Государственной Думы, от Государственной Думы Российской Федерации в целом, поблагодарить руководство края, руководство города Анапы, все службы за великолепную подготовку и начало санаторного курортного лечения. Анапа, без преувеличения, один из самых дорогих бриллиантов в короне российского санаторно-курортного лечения и движения. Друзья, дорогие коллеги, еще раз от всех, кто здесь присутствует на сцене, от имени губернатора края, я всех вас поздравляю. Желаю всем прекрасного настроения, хорошего отдыха и отличного курорта. Пусть здравствует и процветает город-курорт Анапа. Самое яркое в России – солнце любит Анапу и гостит на курорте 281 день в году. Ясные дни в Анапе прославил народный артист России Олег Газманов. В программе самые курортные песни «Я по жизни загулял», «Танцуй, пока молодой», «Морячка», зрители тепло встретили победителей телепроекта «Битва хоров», хор Кубани, и вместе с артистами пели любимые песни. Концерт продолжил певец и шоумен Тимур Родригес. Отметил, что открытие сезона в Анапе ждал вместе со всеми жителями России. Концертная часть завершилась грандиозным фейерверком.